заходите. Потерпевшая Головина Анна Сергеевна, вы предупреждены об ответственности по статьям 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации о даче заведомо ложных показаний и об отказе от показаний. Хорошо. Вы узнаете кого-либо из присутствующих? Это он. Вы уверены? Я узнала его, он был в лесу. Ясно, спасибо. Поднимитесь, пожалуйста, и представьтесь. Юганов Виктор Борисович. Понятые, Юганов Виктор Борисович был опознан потерпевший. Это чушь какая-то. Я вообще первый раз ее вижу. Я понятия не имею, кто это. А что с рукой? Возражаю. Это не имеет никакого отношения к делу. Имеет это отношение к делу. Я укусила его. У него там укус. Разбинтуйте, пожалуйста, руку. Понятые, подойдите поближе. Хорошо. Да, конечно. Пожалуйста. Это порез. Я упал. Упал и порезался. Понятые, видите? Я упал и порезался! Она на меня клевещет. Прошу занести в протокол. Мой клиент умышленно был поставлен в неловкое положение. Плюс имел место оговор. Я повторяю, мой клиент имеет алиби. В день преступления он был дома вместе с отцом и матерью. Да что вы такое говорите? Это же он! Я узнала его. Что? Что ты меня узнала? Где ты меня узнала? Слышь ты, шлюха московская! Стоп! Стоп! Вы что делаете? Ой, отпусти! Отпустите его! Ничего, вы меня! Тихо все! Тихо! Продолжим процедуру опознания. Ваши подчиненные занимаются произволом! Разберемся. Выйди на минутку. Побудь тут. Не дури, его надо отпустить. Как отпустить, Александр Осипович? Потерпевший его опознал. И что? Доказательную базу у тебя кот наплакал? Витькина родня утверждает, что он был дома. Свидетелей ноль, улик тоже ноль. Почему ноль? Есть биологический материал, изъятый у потерпевшей. Против экспертизы не попрешь. Сначала результаты получи, потом уже выписывай путевку. Югановскому сынку в КПЗ. Короче так, майор, я тебе, конечно, приказывать не могу, но дело очевидно. Давай, гони ты его к чертовой матери под подписку о невыезде. Потом во всем разберемся. Ладно, с экспертизы не тяни. Кстати, материалы у тебя в сейфе? Да нет, зачем? Суд, мед, амбулатория. Хорошо. Витьку завтра вызови. Что все будет хорошо. Привет. Что ты смотришь, а? Все в порядке. Сука, что ты смотришь? Пап, вот она, сука. Иди в машину.
Рыжая. Ты не изменился. Тронешь сына. Раздавлю. Здрасте. Я ключи вам оставлю. А чё? Уезжаешь? Да. Домой, в Москву. Ну что ж, счастливого пути. Всего доброго. Спасибо большое. Пожалуйста. Пирожки горячие. Надюшка, не отставай. Держимся за руку, аккуратненько проходим. Мама умерла. Кушать нечего. Подайте сколько можете. Со слезой проси. Сейчас поезд уйдет, ты еще ничего не насобирала. Подайте сколько можете. Подайте сколько можете. Ой, Саша, Саша, постой. Чего? Надо помочь. Кушать нечего. Да иди. А, иди сюда. Давай, давай. Дайте сколько можете. Ой, бедный ребенок. Мама умерла. Кушать нечего, подайте сколько можете. Хорошо, на бутылку как раз хватит. Дань! Здравствуйте. Пожалуйста, заходите скорее, поезд отправляется. Верни мои деньги! А ну отдай! Да ты чё? Да я их заработала! Отдай! Женщина, вы едете? Дурак! Сюда! Я здесь работаю! Да ее не дать мне! Сволочь! Не бей! Не бей мою маму! Не бей! Оборзела, милочь! Не трожь! Сучка! Еще раз сунься на мою территорию. Бьют нахрен. Куда хочу, туда и хожу. Вы почему Надю из больницы забрали? Не твое собачье дело. Оклемалась она уже. Нечего в больнице валяться. Дома нужнее. Милостыню просить? Ты нас, что ли, кормить будешь? Если ты сейчас не влезла, я бы у Сиплова свое бабло бы отжала. А теперь голодными ходи. Все, все, пойдем, дочь, пойдем. Может, рестораны чё по дверям? Стойте. Вот. Этого хватит на еду. Но только Надю с собой не таскайте. Подождите! Ну? Не плачь. Ты голодная? Кушай, кушай. Вы уж простите, что я ее к вам привела. Больше совсем некуда. Ты правильно сделала. Ишь, как наголодалась-то. Спит. Что с ней делать, ты думаешь? Домой отведу. Как только до матери ее достучаться. Варвара Степановна. Баварь, можно я у вас переночую сегодня?
Следующий поезд на Москву только завтра. Я заплачу. Ты с ума сошла? Заплачу. Живи сколько хочешь, и мне повеселее будет. А ты разведенка или мужа имеешь? Имею. Поругались, что ли? Ой, не делай это. Жизнь такая короткая, чтобы ее на свары тратить. Поди, ждет тебя, переживает. Игоря нет, он в ванной. Вы перезвоните минут через 10. Ты с кем-то разговаривала? Просто кто-то номером ошибся. Телефон разрывался, я решила ответить. Думала, что это срочно. Что случилось? Лабораторию разгромили. Паша уже там. Здравия желаю. И что теперь с анализами Юганова? Дмитрий Андреевич. Погоди. Не знаю. Куда мы можем пройти с моим клиентом? Мы можем образцы в приемном отделении взять. А смысл? Сравнивать-то все равно не с чем. А чего охрану в лаборатории не выставил? Хотя бы вон Петьку-стажера. Нашел на кого понадеяться? На больничного сторожа. Знаем, как они сторожат. Значит, халатность получается. Короче, дело я передаю Суханову. Ты отстранен. Александр Осипович, как отстранен? Вы же меня столько лет знаете. Вы мне только время дайте, и я прижму этих гнид. Все, разговор окончен. У тебя был шанс, и ты его упустил. Все, одним словом, давай, свободен. Иди, иди. Чувак, видел бы ты их рожи. Экспертиза, экспертиза! Выкусите! Выкусите! Все эксперты. Ну что, обмоем? Погнали? Куда я погоню? Мне батя из дома запретил выходить. Куда, куда? Ты же в универ скоро свалишь, чувак. Ты что, не мужик, что ли? Последний раз гульнем, давай. Ну я не знаю, Витёк. Ну что я не знаю, я не знаю. Что ты шлюху приезжую боишься, а? Чувак, это наш город. Мы тут хозяева, погнали. Давай, погнали. Ну, а бабушка, дедушка есть? Нет, никого. Только я и мама. А вот этот в татуировках, он не твой папа? Это дядя Валера, мамин хаха. Понятно. Что же нам с тобой делать? Тебя же заберут у мамы. Кто? Органы опеки. Я хочу жить с мамой. Я никуда от нее не уйду. Прости меня. Прости, не плачь, ну. Знаешь что? А давай мы купим тебе мороженое, а потом вместе с мамой обо всем поговорим.
И что-нибудь обязательно придумаем. Хорошо? Пойдем. Ого, глянь, шлюха приезжая. Вить, газуй, газуй. Огонь-то. Хочу заснять ее. Вить, хватит. Скучаю по тебе, красотка. Вот решил видос заснять на память. Ты что, из города никак не свалишь, а? Тихо, руки убрала. Ты, может быть, еще хочешь, а? Че, я не против? Не трогай. Поехали, поехали. Отстань от меня. Да ладно, тебе ведь понравилось. Не трогай поехали, меня. Поехали, что не ты? Трогай. Тихо. Все, все, я пошутил, расслабься. Хорошего знаешь ли понемножку. Ты мне скажи, ты что, из города не валишь, а? Тебе, может быть, бабла дать, а? Полляма тебе хватит на бедность? Хватит? Думаешь, полмиллиона и проблема решена, тихо. Да? Ты урод маленький. Дешево решил отделаться. Пока, пока. Я из-под земли достану. Слышишь? Слышишь? Надя. Надя, Надюша, не плачь. Мама! Что произошло? Не бойся, девочка. Не бойся, Надюша. Мамочка! Кто тебя обижает? Ну, тихо, тихо, тихо. Пожалуйста, не плачь. Я хочу к маме! Я хочу к маме! Что такое? Доча, я здесь. Что? А? Болит что-то, а? Ты что с ней сделала, гадина? Еще раз подойдешь к моей дочери, урою нахрена. Пойдем, доча. Больше она тебя не тронет. Мама тебе в обиду не даст. Кто она будет с тобой? Может, лекарство какое? В аптеку я схожу. Сердце, поди, больное. Не надо. Мне уже лучше. Господи. Это все из-за Витькиного папаши. Весь город под каблуком держит. Он когда этот торговый центр затевался строить, он людей прям за копейки заставлял участки продавать. Один мужик оказался, потом повесился. Только говорят, убили его. Может, тебе и вправду уехать по добру, по здорову? Чё ты смеешься-то? Чё тебе жизни своей не жалко, что ли? Жалко. Только хуже, чем есть, уже не будет. Да и ехать мне некуда. И незачем. А почему вы к Доронину не обратились? Ведь он ваше дело ведет. Вел, точнее сказать. Дело в том, что я ему не доверяю. Я опознала Виктора Юганова, а он его отпустил. И теперь тот спокойно гуляет по городу. Ничего не боится. Вместе со своим дружком. Вы ничего не напутали? Может быть, это какие-то другие хулиганы к вам в сквере пристали? Все-таки ситуация стрессовая. Могли ошибиться. Нет. Это был он. Я его ни с кем не спутаю. А в машине сидел второй. Он пытался спрятаться, но я его увидела и узнала. Я бы хотела написать заявление.
Анна Сергеевна, ну, вы уже одно написали. Второе зачем? А вы что, против? Да нет. Пишите. Строительство нашего многофункционального центра идет с опережением графика, так что гарантируем, объект будет сдан в срок. Не сомневаюсь, Борис Григорьевич. От имени мэрии и от себя лично хочу выразить вам огромную благодарность за вклад в развитие нашего города. Желаю вам удачи, легкой стройки, как говорят профессионалы, и новых славных дел на благо города Тишина. На удачу! Я по поводу тендера на строительство новой больницы. Документы мы подали. Я очень рассчитывал на вашу поддержку. Ай, какой ты жадный. До работы. А? Ладно, подумай. Да, кстати, я тут мельком слышал, что твоего сына в Мосинское ведомство вызывали. Да напутали они все. Вопрос давно закрыт. Ну, добро. Подымай. Держу. Ставим. Борис Григорьевич, клянусь, сам лично ставил, надежно закрепил. Привет, Мосин, легок на помине. Хочет войны? Она ее получит. Я ничего не сказала, так и передайте. Борис Григорьевич знает. Он не забывает тех, кто ему помогает. Но у него к тебе есть просьба. Небольшая. Подпиши. И будь тебе счастье. Тебя что-то смущает? Ты против югановского сына пошла. Теперь жди беды. Ты бы лучше к Мите обратилась. Доронин с ними заодно. Да что ж ты такое говоришь-то, а? Митя порядочный человек. И ты мне его не хай. Он скольким людям помог. Ничего ты про него не поняла. Вот, к примеру, ты молоденького нашего милиционера видела? Беленький такой, Петя. Оперативник? Да. Да, он был с нами в лесу. Ну, так вот он пацаном-то вообще чуть с пути не съехал. Там уже и дурные компании на учет его ставили, одна дорога в колонию была. А Митя вытащил, поручился за него, опекал. Вот в этом году уж прям в милицию взял его и обучает. А ты говоришь, да Дмитрий Андреевич, цены нету.
Вот. А с Югановым он в контрах. Это ж я точно знаю. Алло? Анна Сергеевна? Да, это я. Следователь Суханов. Надо поговорить по вашему делу. Сможете сегодня? Да. Я обязательно подойду. Хорошо, я жду. Из полиции звонили. Следователь Суханов просит подойти. Да-да. Можно? Проходите, проходите. Стульчик берите. Ну что, вы их нашли? Виктор Борисович Юганов подал на вас заявление о шантаже и вымогательстве. В заявлении говорится, что вы преследовали его и требовали денег за отказ от обвинения в изнасиловании. Что вы на это скажете? Это какая-то чушь. Я не понимаю. К заявлению прилагаются показания свидетеля, продавщицы, Беговой Любовь Николаевна, у которой вы интересовались Виктором Югановым, а в особенности материальным положением его отца. Кстати, Анна Сергеевна, я тут даты сопоставил. Ваше заявление, якобы имевшее место изнасилования, вы подали буквально на следующий день. Что вы такое говорите? Это все ложь. Боюсь, что я вас огорчу. К заявлению также прилагается аудиозапись вашего разговора с Виктором Югановым. Да вы сами послушайте. Слышь ты, у тебя совсем совести, что ли, нету? Мало того, что оговорила меня, так тебе еще полмиллиона мало. Нет уж, больше мы тебе не заплатим, понятно? Забирай свое лживое заявление, поняла? Забирай! Думаешь, полмиллиона и проблема решена, да? Ты урод маленький, дешево решил отделаться. Это ваш голос на записи? Хорошо, что не отрицаете. Подписочка о невыезде. Я ничего не буду подписывать. Хм. Это ваше право. Только это ничего не меняет. Заявление Юганова будет рассматриваться в рамках уже открытого уголовного дела. Дело это веду я. Так что город попрошу не покидать. Анна Сергеевна, а вы почему здесь? Вы же в Москве должны быть. Анна! Юра, что происходит? Давай, давай, пошевеливайся. Да иду, иду. Чуть больно. Анна! Анна, постойте. Оставьте меня! Вы все продажные. Я не понимаю. Я не понимаю, почему это происходит, почему верят преступнику, а не мне. Я вам верю. Это что, опять какая-то провокация? Вы, конечно, можете мне не доверять. Но сейчас я единственный человек, который может вам помочь. И забыть все, как страшный сон. Господи, я не понимаю, что мне делать. Вам нужно успокоиться. И все мне рассказать. Давайте прогуляемся.
сам бы до такого не догадался. Это Юганова-старшего идея. А он серьезный противник. Анна, Аня, нам нельзя сейчас раскисать. Нельзя. Я докажу вашу невиновность. Но вы же больше не ведете это дело. Ничего. Мы еще поборемся. Привет, Любаша. У тебя погром? Че, стеллаж упал. Да. Как же это он так упал, интересно. Что зеркало у холодильника зацепило, а? А вам-то что? Не покупаете, освободите магазин. Ходят тут все подряд. Да, Люба. Я думал, ты крутая. Не, магазин, конечно, жалко. Но чтобы за такого человека оболгать, это как-то совсем ниже плинтуса. Это прям до самого пупа земли упасть. Из-за твоей бумажки ей срок светит. Я теперь к тебе каждый день ходить буду. 100 раз приду, кошмаром твоим стану, пока все не расскажешь. А куплю я, пожалуй, в другом магазине. За банкет, конечно, спасибо, начальник. На, освежись. Спасибо. Только вот не порадуем тебя ничем. Как ту бабу похитили у магазина, из наших никто не видел. Я тут подумал. Да. Может, Верка видала? Верка? Могла. Она с этой точки кормится. Она с детем, но мы не возражаем. А вот когда она на вокзал ко мне сунулась, я ей навалял. У всех своя территория. Точно. У нас тоже законы. Покруче ваших. А что за Верка? И где ее искать? Привет. А Вера, это твоя мама? Чего надо? Мне бы... Витя. Ты так смотришь. Я сильно изменилась. Да нет, что ты. Я просто... Я не ожидал тебя увидеть. Ведь ты уехала. Говорили навсегда. Извини, можно спрошу? Чья? Не твоя. Нет, ты его не знаешь. А ты, кстати, женат? Нет. А я недавно вернулась. Бабка умерла, дом оставила. Как ты меня нашел? Как узнал, где я живу? Пару дней назад в сквере у вокзала двое напали и похитили женщину. Ах, вот оно что. Да, я видела. Издалека. Двое в машину ее заталкивали, она орала. Да, потом эти двое напали на нее на площади. И твоя дочка с ней была. Ах, вот это кто. Как же я сразу-то не догнала.
Ну что? Я нашел свидетеля. Слава Богу. Я тебе говорил, Митя поможет. Что-то не так? Это Вера Одинцова. Батюшки. Кто это? Она же... Это женщина, дочку которой вы спасли. Ой. Я не знаю, что там между вами произошло, но она настроена против вас. И показания давать отказывается. Вы должны ее убедить. Другого варианта нет. Как поговорите с ней, сразу позвоните мне. Буду ждать. Сейчас я тебе ее покажу. Не переживай, Егор. Сейчас буду тебе. Дядя Валер, не надо, не трогайте меня. Пожалуйста, не трогайте просто... меня. Ты что делаешь? Отойди от нее. Тихо, 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 тихо. Ну что ты? Ты все неправильно поняла. Вали-ка ты отсюда. О. Не подходи. О! Не подходи. Перо спрячь, дура. Порежешься. Ты что делаешь? Отойди от ребенка. Верочка, ты представляешь? Эта сучка пришла Надьку забрать, а я не дал. А она давай меня первым тыкать. Да врет он все. Я пришла поговорить с вами. А он к Наде приставал, он ее в угол зашел. Брешь! Брешь! Ну, посмотри на нее. Вы у Нади спросите. Надя, это правда? Ах ты, сукин сын! Ты мою дочь! Я тебя сейчас порву! Я тебя порву! Ты психованная! Ты психованная! Да я тебя... А ты... Ты на кого руку подняла, шапка? Жить надоело! Да я тебя задушу! Надюш, не плачь. Не плачь, слышишь, с мамой все в порядке, все позади. Надя! Иди в дом. Иди в дом. Там остался Мишка, ему там страшно одному. Иди. Иди, мы тебя позовем с мамой, тогда перебежишь. Иди. Живой? Посадят нас. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте, спасибо, что быстро приехали. А Дмитрий? Дмитрий Андреевич сейчас будет. С другого конца города едет. Ага. О, Нечаев. Опять барагозишь? Моя милиция меня стережет. Граждане начальники, остановите этот беспредел. Эти психованные дуры меня чуть не убили. Разберемся. Митя, он меня чуть не убил. Здравия желаю. Они на меня первыми напали. Увози в управление. Я здесь задержусь. Дай протокол. Дмитрий Андреевич, это бытовуха. Не по рангу вам. Приказ слышали? Майор юстиции приказал. Выполняй. Есть. Поехали. Шагай. Раз пошли на дело. Мамуля. Не плачь. Анна, заберите, пожалуйста, ребенка в дом и побудьте там с ней. Мне нужно с Верой поговорить. Пойдем, пойдем, Надюш, пойдем. Не бойся, он уже не вернется.
Поспи. Спи. Я не имею права судить. Но ты мне одно скажи, где та Вера, которую я любил? Что с ней случилось? Ладно, себя запустил, но дочь, ты о ней подумала? Тебе ее не жалко? Я люблю Надю. Кого ты любишь? Почему не заботишься о ней? Посмотри вокруг. Что она видит? Грязь. Мать пьющая, за водкой бегающая. И сожитель-алкоголик. Послушай, Вера. Если так дальше будет продолжаться, органы опеки у тебя ребенка отнимут. И Анна здесь будет совершенно ни при чем. Митя, Митя, не ругай меня, мне и так плохо. Вера. Надя уснула, я пойду. Я тоже пойду. Я провожу вас. Подумай о том, что я сказал. Стойте! Я дам показания. Расскажу все, как было. Вера. Спасибо, Вера. Мить, не уходи. Мне так плохо. Идите, я задержусь. Стали бы мне в спину пальцем тыкать, что ребенка нагуляла. Что же не написала мне? Не рассказала обо всем. Стыдно было. Кольцо Бабе Варе занесла и сбежала. Мить, ты простишь меня когда-нибудь? Да уж, давно простил. Митенька! Да ты что? Ну-ка, перестань. Перестань. Вера, перестань. Все. Перестань. И больше никогда так не делай. Я столько раз жалела. Жизнь после тебя вниз покатилась. Выбраться не могу. Только хуже становится. Мить, помоги мне. Ты вон о какой-то посторонней печешься, я ж тебе не чужая. Пить бросишь? Больше ни капли, клянусь. Улыбка у тебя. Не изменилось. Войдите. Здравия желаю. Разрешите? Давай. Ну, как я и говорил, Витька врет. В деле об изнасиловании появился свидетель. Позвольте приобщить к делу. Что за свидетель? Надежный? Надежный. Одинцова Вера Михайловна. Я ее давно знаю. Ну что ж, давай ее к нам. Суханов допросит, как положено. Уже вызвал. Молодец. Ступай.
проблемы. Привет, Верончик. Неважно выглядишь. Да и дочку совсем запустила. Надо же. Борис Григорьевич собственной персоной. То трубки бросаешь, а то вдруг сам пожаловал. Это с какого интереса? Да вот совесть замучил. Дочка-то растет. Деньги, небось, нужны. Не трынди. Ты ж под дулом пистолета с деньгами не расстанешься. За сыночка своего потеешь. Вот и приперся. Ты так? Ну что ж, давай так. Надеюсь, этого хватит за твое разумное молчание. Иди погуляй. Дешево ты ценишь своего сына. Слушай, а может, на дочку заодно добавишь? Ну, раз тебя совесть-то замучила. А то с рождения ни копеечки не заплатил. Может, ты признаешь ее заодно, а? Ну, раз пошла такая пьянка, а то у всех дети как дети, а у нас прочерк документов. Верка, не борзей, а? Об этом позже поговорим. Это ты не борзей. Сейчас от меня зависит, сядет твой сынок или будет дальше беспредельничать. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты прощения просил. У меня и у Нади. И у Доронина, кстати. Хорошо. Простите меня, я виноват. А это ты неискренне попросила.